Я уже второй раз пытаюсь включить камеру, потому что вроде бы выглядывает солнышко. Как же они орут, эти чайки. А там музыка, а там, может быть, люди тоже. Ой, я не могу так в ФПХ что-то быстро вспомнить. Что же сегодня было? Ну вот я даже не знал, что приду сейчас на рассвет. Потому что рассвет — это теперь все позже. И получается, что я ложусь еще позже после этого. Хотя кое-какие упражнения я сегодня сделал днем. Это хорошо, то есть мне как бы сейчас уже можно просто прийти домой и ложиться спать. Ну все говорят... Ладно, я не буду говорить, про что все говорят. Что сегодня было? Мне кажется, все-таки что-то удается. В смысле больниц. Я опять буду по больницам ходить. Потом... Чайка летает. Красиво. Солнце прямо выглядывает. Красиво. Фильм... порекомендовали мне какой-то... что-то с нежитью связано. Гибби, наверное. В общем, фильм нормальный, очень детский. Можно так как бы... Я не знаю, там на самом деле был один момент очень прикольный. Это когда возникла конкуренция, и все хотели... Эх... Ну, в общем, ладно, я не буду рассказывать. А еще был не очень такой крутой момент, это то, что я подумал, вот сейчас можно по времени, вот потому в каком моменте фильма я нахожусь по времени, можно понять. Ну, если ближе к концу, то можно понять, какой будет сейчас сюжет дальше. Я прям даже посмотрел, и как бы я знал уже, что будет. Ну, в общем, я смотрел абсолютно к краю глаза. Это даже не очень интересно, не очень важно. Солнце сейчас зайдет, уже заходит. И почему-то я не помню, что я еще хотел говорить. Ну, ладно, не важно. Вот красиво, и пойду уже.